дачный участок с домиком в московском товариществе, недалеко от города Обнинска. Дом щитовой на крепком фундаменте, теплый, с печкой-голландкой. В принципе, можно даже проживать зимой. Участок зеленый, весь в цветах, ухоженный, но требует хозяева, пожилые люди. Поэтому требуется, конечно, рукастый человек. Угу. Вот такая вот печка. На участке есть еще гостевой дом. Душ с титаном. Есть второй этаж. С второго этажа открывается хороший вид на участок. Угу. На участке растет красивая туя. Вот. Круглогодичный подъезд. Солидные соседские дома. Дом выглядит вот с проулка вот таким образом. Угу. Рядом находится домик правления общества. Вот. И вот этот проезд такой. Там впереди Киевка. До Москвы 99 километров. 95.